Здравствуйте, это канал Максимадзе, это игрушка GTA Vice City Definitive Edition. Прежде чем мы начнем, я вам покажу небольшое изменение. Звуки в меню, как вы видите, стали теми же, что и в оригинальной Vice City. Поскольку по умолчанию в этом ремастере почему-то звуки из San Andreas стоят, как и в третьей. Решил я исправить это недоразумение, вышел мод, который возвращает оригинальные звуки, и вот теперь, как видите, все нормально. Ну, давайте запустим сохранение и погнали. О, вот как раз таки к нему мы поедем сейчас. Кортесу. Почему так сильно приближено, что-то я не пойму. Говорят, кстати, что... У меня графика очень низкая якобы стоит и шутит, лучше бы ты еще ниже поставил. На самом деле графика неплохая, но проблема есть одна в том, что почему-то YouTube, когда видео загружаешь на YouTube, он почему-то немного ухудшает качество видео. Почему такое происходит и как это исправить, я понять вообще не имею. Пошел вон. Проезжай давай быстрее. Метку ставим и поехали. А где я бампер-то уже вспомять успел? И дверь тоже, по-моему, смялась. Я разве куда-то врезался? Как-то странно. На этом фургоне, кстати, перевернуться очень легко почему-то именно в Vice City. Ведь он наклоняется при поворотах. Это очень раздражает. О, видите, на повороте можно с легкостью перевернуться и все. Трэш Роу Свин. Мистер Версетти, полковник, спасибо, что вы пришли. Садитесь. Будьте омаров. Не, спасибо. К моему стыду, одной из причин наших проблем оказался человек, которому я когда-то доверял. Я давно опекал Гонзалеса, но сейчас он меня несказанно удивил своей тупизной. Будет справедливо, если вы убьете Гонзалеса. Это он все устроил? Мне важны только деньги. Я щедро награжу вас, а затем мы поищем ваши деньги вместе. У себя в пентхаусе и наверняка уже приложился к бутылке. Воспользуйтесь вот этим. Бензопилой. Бензопила одно из самых, наверное, охренительных оружий в этой игре было, по мнению игроков. Потому что оно просто обалдеть, как просто перерубает всех. Давай, садись быстрее. О, вы видите, что творится, а? Нет, я горю! Это пипец. Как такое вообще могло произойти? Я еще и подгорел очень сильно. Ой-ой, полицейская машина прям за мной едет. Что за невезение, а? Почему на этих фургонах так тут тяжело ехать? Где-то тут, кстати, по-моему, сердечко есть. Так, куда бы деться-то? Куда бы побежать, чтобы полицейские не остановили меня?
Я не знаю. У меня еще и бег закончился. Ладно, просто валим отсюда. Что за невезение, а, с этим фургоном, а? Почему он так переворачивается? В других частях же такого нет. Ладно, короче, поехали. Тормозим, тормозим, тормозим. Кстати, вот я видел ремастер вот этот. GTA Trilogy на Nintendo Switch. Там, конечно, полный трэш. В прошлом выпуске, в каком-то, по-моему, хотел это сказать, да забыл. Начал говорить, потом остановился и забыл продолжить. Там дело в том, что Switch очень слабая для этой игры консоль, поэтому она выглядит там, по-моему, даже меньше, чем в HD. На HD как-то даже не катит. В портативном режиме еще меньше. А вот и FPS там тоже 30, максимум 30 FPS. А когда на экране даже просто садить происходит что-то очень жестокое, то все 10. И 30 там FPS даже в основном не выдерживают. Например, когда садишься в машину, давляешь газу, все, тут же начинаются проблемы. И я сейчас заткну твою глотку. Эй, у него пила. Ну-ка стой, толстожопый. Блин, не получилось. Скот. Так какой. Блин, все пропало. Моя жизнь, костюм, все. Да стой спокойно, я прикончу тебя быстро. Я хотел бензопилой его. Блин, ну вот. Так, рука моет руку. Достижение открыто. Даже заезжать туда не пришлось. Звезды сами по себе отпали. Ну ничего, мы заедем все равно. Где он тут? Ну, ехать-то не так уж и близко. Ладно. Проблема вообще в том, как говорил один чувак, которого я смотрю, что эти игры, то есть GTA-шки вот эти, они как бы деланы не для свеча. В принципе, это первый вообще выпуск какой-либо GTA на Nintendo Switch, и в принципе, если кому-то плевать на то, что там разрешение не очень высокое, довольно-таки низкое, и то, что там FPS мало. Просто если нравится GTA, то в принципе кому-то и зайдет. Но ценник сравнительно высокий, целых 5300 с чем-то рублей. То есть стандартный шоповский full price, eShop это магазин, так называется у Nintendo. И как по мне, это странно очень. То, что на компьютере, где графика намного лучше выглядит, там она стоит 4200 рублей, а тут графика намного хуже и стоит на 1000 рублей дороже. Как-то это немного странно.
Кстати, вон в окнах можно увидеть, что там внутри что-то есть, и это прям вообще классно. Круто прям сделано, как они так подзаморочились. Модов на эту игру, кстати, уже наделали очень-очень-очень много. Но, к сожалению, до сих пор не сделали модов на выбор любого скина и выбор любой миссии. Почему? Неужели это так сложно, я не знаю. Mail shootout. Mel, shootout, точнее. Tommy, Томми, come, иди сюда. join me. This looks delicious, Правда, man. аппетитно выглядит. Let me smell. Попробуешь хобот No, тапира? no. Не-не-не-не, спасибо, не хочу Tommy, есть. you are like a Ты fungus глоток weed свежего воздуха, that has Томми, freed me избавишь from меня the от вони stench of corruption. предательства. Although I must Хотя я и должен делать appeal скорбь, to all ведь мне все-таки Asians нужно вернуться к неотложным делам. This isn't getting me any Я closer пока to не my money. понимаю, как мы найдем мои Tommy, деньги. when? Томми, I'm not дружище, ты не в liberty Либерти сидишь, here. тут дела делаются We do things по-другому. differently. I will continue. Я продолжу наводить справки, а тем временем у меня есть выгодная дельце. Дружеская услуга, да? Ты хороший друг, Томми, я знал, что ты меня не подведешь. Мне надо, чтобы ты встретился с курьером, он добыл для меня кое-какие ценные технологии. А, я вспомнил, что это за миссия. Так, на какой вы тачке? Давайте на золотой. За золото, прям в натуре. Блин, опять черный экран, ничего не вижу. У меня шнура от монитора часто отходит и изображение пропадает. Это просто бесит до невозможности. Ну-ка, надо посмотреть, у меня пушки есть какие-нибудь? Почему бы в Аманацию не заехать, на самом деле? Потому что один пистолетик это не очень-то много. Офигеть, фары вообще красота. Так, ну пистолет у нас есть, давайте маг. Ну и, наверное, пока... Ну и хватит пока, наверное. А, ну бронежилет еще надо. Ну и все. Больше ничего не надо. Поехали. Так, а почему меня навигатор на эту, на Монацию наводит? Я уже все, съездил же туда. Мне больше ничего там не надо. Короче, навигатор иногда как тут немного недоделанный все равно. Хорошо, что он есть, но все же он недоделанный немного. Паркуемся вот тут где-нибудь. На случай, если придется гнаться за ним. Дождь очень мокрый в это время года, да? Что? А, вы мне? Слушай, меня послал Кортес. Давайте долбанные чипы. А, ладно, ладно. Стой, американская импертиночная свинья. Это собственность правительства Франции. Отдавай! Да тупой ты американский, зараза, они тебя выследили. А, блин. Спецназовцы, со спецназовцами шутить нельзя. Ха. Машина с другой стороны. Я, походу, с другой стороны поставил машину. Да ладно, еще и полиция теперь. Как я ненавижу полицию, а? Они тут суровы, как никогда, блин. Будет, кстати, одна миссия здесь, как называется ловушка для копов, и она прям вообще жесткая.
Я ее с первого раза не проходил никогда. Для меня она гораздо сложнее, чем та миссия с вертолетиком. Миссию с вертолетиком я вообще без проблем прохожу. Блин. Это просто бесит до невозможности. Так, ну с меня розыск, я думаю, снимут, когда я сюда приеду. Не очень я люблю дождь, если честно. Потому что на глаза немного давит. Guardian Angels. Томас, я рад, что ты пришел. Извини, что сразу перехожу к делу. Диас попросил меня проследить за небольшой сделкой. Будем надеяться, что все пройдет лучше, чем в тот раз. И поэтому я подумал о тебе, мой друг. Я оставил для тебя оружие на многоярусной парковке. Возьми его и присмотри за парнями Диаса на месте сделки. Спасибо, Мико. Многоярусная парковка. Ладно, так и быть. Да что ж вы не даете мне проехать? О, как всегда, гуще событий, да? Хочешь, если ты хочешь заняться делом, а не следить за мной, покажи, что у тебя есть польза. Да, я это и хочу показать. И, кстати, меня зовут Лэнс. Томми Верседи. Погнали. Выруби это говно. Крюгер выдает. Там лежал вроде бы. Вот эта пушка, которую мы там взяли. Довольно-таки хорошее оружие. Только вот целиться из него не очень удобно. Опять черный кран. А, надо на машине сюда встать. Я прислал Кортес, да? Ну, да, пока не подвернется кое-что поинтереснее, я здесь. Они скоро будут, нам надо выбрать позицию. Я буду на балконе, а ты займи место на крыше с той стороны двора. Блин, вот я первую фразу, возможно, неправильно прочел, потому что у меня черный экран в этот момент стал. Вот. Черный экран в такие моменты, это так отвратительно. Кубинцы. Даже сумку положили, там обалдеть. Как будто мне ее подобрать нужно. Понятно все с вами. А, нет. Я не кубинцев должен был убивать, а этих гаитянцы. Вот эти, фиолетовые. Блин, это неудобно. Да, сам не справишься, что ли?
А, вон еще подходит. А, этот свалить решил просто. Мои деньги! Чё вы топчетесь за столом? А ну-ка догоните этого дебила! О! Замена, замена, замена. Хватай мотоцикл, чего ты стоишь? Проще пареные репы, ё-моё. Блин. Хотя управлять мотоциклом не так уж и легко. О, я жив! И это все благодаря тебе. Как тебя зовут? Томми. Думаю, мы скоро увидимся, Томми. Черт, где этот Лэнс? Отличная, отлично. Так, надо выйти, наверное, из машины, и думаю, будет звонок. Томми, это Рикардо Диас. Хотел поблагодарить тебя за тот случай с сделкой. Я спросил у этого болвана Кортеса, он сказал, что ты умеешь делать дела. Почему тебе заглянуть ко мне? Мне нужен такой парень, как ты. У меня люди дебилы просто. Кретины до мозга костей. Я сделаю тебя богатым. Погнали. У него же просто обалдеть, как... Какой этот? Особняк тут. Ехать недалеко, поэтому всего лишь надо завернуть на мост. Там что-то понаделать. Так, вот прям вот здесь. Да, вот это домина у него, конечно. The Chase. Ну давай, 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 запускайся! Какое говно, а? Я голову вам отрежу просто. А это еще кто за урод? Там Версей. Ты меня помнишь вроде? А, да, извини, извини. Я просто нервничаю. Никогда не верю этим проклятым лошадям, бля. Ты так хорошо справляешься с работой. Теперь ты работаешь на меня. Я работаю за деньги. Да, я же сказал, Амиго, ты работаешь на меня. Так что заткнись. Меня обманывает одна крыса. Он думает, что я не знаю, сколько денег должен получать, и ворует у меня 3%. Это все равно, как бы все воровал все 100. Никто не может у меня красть. Никто! Проследи за ним от дома и посмотри, куда он приедет. А потом мы всех просто раскрошим. Да, вот эта вот миссия, которая сейчас будет, она, конечно, немного раздражающая. Раздражающая, потому что там надо будет на расстоянии держаться и не то, чтобы кого-то мы там спугивать будем, спугнуть, а чтобы он нас не расстрелял. Он нас будет пытаться убить, а нам нельзя его.
Блин, да что такое, а? Чё так заворачивает? Никого нет. О, блин! Неудачник! А, вот, проход. Ого, это что такое? Слишком медленно, дедуля. Ну что ты подвернулся-то ко мне? Так, вот тут надо держаться на расстоянии, иначе он нас просто расстреляет. Близко не подъезжаем, он стреляет и может убить нас запросто. Вон даже уже видно, как он стреляет. Давай, давай, побыстрее подъезжай, пожалуйста. Я не люблю долго так кататься. О, это можно купить, ничего себе. Какого? Это что только что было вообще? Почему он разворачивался? Да, блин, я не понимаю этих людей, которые прыгают под колеса. Надо не под колеса прыгать, а от колес. Немного недоделана эта механика. Люди тупые до невозможности. Да, там пиксели немного было видно. Вот этот байк вообще классный. Блин, ну сколько он еще ехать будет? А, все, уже недолго. Я вижу, да, дома эти, в которые он будет заезжать. Ну, он будет заезжать туда или нет? А, надо было поближе подъезжать, ну ладно. Ладно, этот дом мы и будем атаковать, походу. Так. Вот этот зеленый дом в 1984 году принадлежал братьям Мендес. Из GTA Vice City Stories. Которых в конце игры перестрелять нужно. Так.
Там GTA Vice City Stories, кстати, тоже довольно интересная часть. Там сюжет прикольный. Но, к сожалению, она есть только на PSP и PlayStation 2. Ни на каких других платформах нет. Даже на Android не выпустили. Liberty City Stories выпустили, а Vice City Stories нет. Что за несправедливость такая? Liberty City Stories, как по мне, сюжет скучноватый какой-то. Vice City Stories гораздо интереснее сюжет. Персонажи там крутые и все. Пэх 86. Ну чё ты за долбанный идиот, а? Идиот! Томми! Чё, Рикардо? Эти придурки вечно пытаются кидануть меня. В этом вся проблема в нашем деле. А ты чё творишь, по-твоему, блин? Эти болваны меня так разозлили. Скоро каждый дурак будет думать, что можешь продавать дурю в Айс-Сити. А чё потом? Соявятся ублюдки с чертовой мафии? Эта банда укрепила свою логово против атак с земли. Вот что, Квентин, иди сюда. Он поднимет тебя в воздух. Уничтожь их там всех. Чё ты там делаешь? А ты здесь откуда? Я навел справки, и теперь ясно, что Диас сорвал ту сделку и прикончил моего брата. Я с Диасом разберусь. Не-не-не, слушай меня. Диасом я сам займусь. Он начинает доверять мне. Это последнее задание, наверное, в этой серии пока. Мне одно интересно, а почему Квентин? Не знаю, мне всегда нравилось Квентин Венс. Венс? Тебя так зовут Лэнс Венс? Хватит, меня в школе этим доставали уже. Лэнс Венс, вот тебе подфартило, а? Куда мы направляемся, кстати? Прон Айленд. Ты когда-нибудь стрелял из этой фигни из вертолета? Попрактикуюсь. Пожалуй. Так, мы уже почти прибыли. Сделаю пару заходов. Постарайся снять как можно больше стрелков. Потом я тебя высажу, и там дело за тобой пойдет. Какое-то странное рулевое управление в вертолете, кстати. Давай, 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 давай. Можно не от... можно стрелять и не отпускать. Оружие у нас... это оружие бесконечное. Давай, 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 давай. По бочкам прям. Во, красота. Обожаю уничтожать машины. Интересно, кому же теперь принадлежит этот особняк, если не братьям Мендесам? Их ведь уже нет. Ничего не вижу, опять черный экран, блин, стреляю, сам не знаю куда. О, все, наконец-то. Они что, все три дома, что ли, захватили? Это мой остров, дебилы. Ладно, дальше ты сам. Удачи тебе, брат.
Давай, садись быстрее уже. Давайте посмотрим. Кстати, вот интересно очень. Где-то тут вроде должен быть вход задний. Но здесь, но его нету здесь. В Vice City Stories надо было в одной из последних миссий заходить в тот вход. Но его тут нет. Заделали, наверное. Непонятно зачем только. Так, вот я вижу, я слышу, что стреляют, но пока не пойму откуда. Откуда? Да блин, опять черный экран, ничего не вижу. Давай, забирай меня отсюда. Какой красивый закат, между прочим. Штормовое предупреждение, мосты снова открыты. Я так и не дочитал, потому что опять черный экран вылез. Который меня просто бесит, и я не могу никак это исправить. Что еще? Томми, это Кортес. А слушай, я верю, что ты человек дела, поэтому, пожалуйста, помоги мне. Я буду ждать на яхте. Ладно, этим мы займемся уже в следующей серии. Ну а на сегодня все. С вас Лейкос, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал и группу ВКонтакте. Всем пока.